Приветищи! Сегодня мы поиграем с тобой в новую игруху, которая называется Satisfactory. Короче, мы будем строить свой огроменный, просто масштабный завод на одной из выбранных планет. Ну, чё я болтаю, давай ты лучше сам посмотришь. Новая игра. Вот у нас есть три планеты. Первая планета — это просторная открытая равнина. Вторая — это пустынная местность, находится на границе с морем. Третья — небольшая, поросшая растительностью горная местность. Все три планеты очень классные. Я даже не знаю, какую бы выбрать. Давай, наверное, вот северный лес мы с тобой выберем. Очень классно смотрится. Стартуем. Фиксит. Это наша контора. Отлично. Нас погрузили в капсулу. Пристегнули. Мы словно на каких-то аттракционах. Знаешь, как русская горка. Сейчас куда-то помчим! Фиксит! Нас приветствует корпорация. Сейчас нам расскажут, что мы тут будем делать. Это мы. Мы рабочие. Которых отправляют на планету для производства и добычи ресурсов. Нам нужно исследовать местность, собирать ресурсы, очищать эту местность, чтобы построить новое производство. Ну, ни в коем случае не жадничай, а то штаны порвутся. После нам нужно оптимизировать производство, и у нас будет все замечательно. Строить будем много, огромное производство, поэтому готовься. Работы дофигищи. Вот такие вот дела. Обучающую программу мы с тобой прошли очень быстро. Сейчас нас будут опускать на планету. Один, поехали! Понеслась, Попенцы подгорает, я чувствую уже. Потряхивает нормально. О, фонарик вон висит. В эту игру я еще не играл, так что мы будем с тобой с самого нуля все узнавать, обучаться и получать удовольствие. Знат потряхивает. О, мы в атмосферу вошли. Я облака там видел, небеса, облака. Сейчас сядем уже скоро. Фонарик тоже потрясывает немного. Хоть кто-то со мной вместе на землю спустится. Вау, красота какая. Вижу облака и скалы. Что-то мы зависли в небе. А, во, опускаемся. Ура, мы сели, я тебя поздравляю. Выпустите меня скорее. На волю, подышать свежим воздухом. Ну, есть. Жесткие рычаги. Фонарик, конечно же, возьму. Мощный такой фонарик. Очень классно выглядит. Ей, свежий воздух. Альпийский, горный. Аллилуйя, спустился. Вот это камни. Добро пожаловать на планету Message 2 AB, которая станет для вас точкой назначения в бинарной звездной системе Акича. Я Анна, также известная как автоматизированный нейросетевой ассистент. Моя задача — помогать первопроходцам, таким как вы. Вы к экспедиции. Вы третий человек в этом секторе, который пережил посадку на планету. Поздравляю вас! Я третий, который выжил. Ура. Так, добро пожаловать в видение. А, ну, то есть нас сейчас будут с тобой обучать. Это наша маленькая капсула. Итак. Пожалуйста, разберите посадочную капсулу. Полученные материалы будут использованы для строительства хозяйственно-аналитического блока, который с этого момента будет наименоваться как «Хаб». Fixit Incorporated — это эффективность и рентабельность. Мы не поощряем траты. Ну хорошо, я вас понял. Значит, ты посмотри, какая там здоровая штука ходит. Офигеть, просто. Она меня не сожрет? Вот это у тебя ножки. Как ты на них вообще ходишь? Ты такой жирный. Похоже, знаешь на кого? На кита с головой черепахи. Смотри на его голову. Она реально на черепашью похожа. Ого! Летающий скат! Обалдеть можно. Просто чудеса. Ладно, хватит залипать. Смотреть на эти чудо-юдо. Ты только не пердани на меня. Смотри, у него какой хвостик маленький. Нам необходимо с тобой достать инструмент демонтажа. Достаем. Опачки. Подожди, это же фонарик. Вон он светит.
Оказывается, я был неправ. Это не совсем фонарик, а какой-то мультиинструмент. Значит, приступаем к разбору нашей капсулы. Так. А где анимация, как я ее разбираю? Ай, да, это тебе не субнатика. Пожалуйста, прежде чем покинуть зону высадки, удостоверьтесь, что вы экипировали ксеношокер производства Fixit Incorporated. Согласно правилам Fixit, каждое бюро проходит должен иметь доступ к защитным средствам против инопланетных угроз. Сейчас мы экипируем наш шокер, вот он, ксеношокер. В руку берем. Вот такая вот приблуда, интересно. Воу, нифига себе, она как шандарахает. Ну, в принципе... тихо! Щекотно было. В принципе, все, мы экипировались. Теперь нам нужно добыть железо. Железо является обязательным условием при подготовке ко всем будущим задачам. Хорошо, как нам его достать? Я здесь не вижу железа. Как распознать? Нужно просканировать всю местность. Значит, достаем фонарик и сканируем. Сейчас местность просканируется и покажет нам, где находится железо. Нашел. Вон там, вот в той стороне железо. Так, покажи нам еще. Ага, ну вот он нам показал, что ближайшее месторождение железа это в 400 метрах от нас. Весь прикол, что сканер действует не очень долго, и поэтому нам придется периодически его включать, чтобы не пробежать мимо нашего железа. Почти уже совсем рядышком. Совсем рядышком. 250. Так. Опа! Я думал, это цветок. А это какое-то живое существо, слушай. Ты кто так? Ты не перди! Так, кажется, надо сваливать отсюда. Ой-ой-ой, как высоко. Надеюсь, я не разобьюсь. Слушай, тут на этой планете вроде... Ага, дамаг наносится все-таки. Надо просканировать еще местность, потому что я не вижу, где железо. Железо. Вот. 150 метров. Опачки, это кто у нас такой? Привет, товарищ. Чтобы погладить... Пес-ящер! Это пес-ящер! Пес-ящер? Блин, он на таксу похож. Кажется, он нас боится. Давай попробуем его погладить. А он не гладится, нифига. Написано, что можно погладить, а по факту не могу погладить. Не, все равно не гладится, слушай. Облом, ух ты. Вот это местность. Значит, железо где-то здесь. Вон железо, там железо. Тут... сколько тут железа. Отличное место, я тебе хочу сказать. Блин, я все забываю, что тут гравитация практически такая же, как на Земле. И можно разбиться. Ну что, вот мы, в принципе, дошли до железа. Ой-ой-ой-ой-ой. О, это что, типа осы? Ладно. А ну отошли от меня. Отошли, говорю. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, еще одна была где-то. Где-то еще одна. Вон она летает. Ты свалишь или будешь атаковать меня? Смотри, какая маленькая, противная, а? Дерется со мной. Улей обезврежен. Значит, вот железо. Подожди, а вот это что такое? Это инопланетный панцирь, из которого вылупились эти пчелы. Заберем его. Изучение останков этого существа может помочь вам понять, как защищаться от них в будущем. Рекомендую провести анализ. Ладно, хорошо, попробуем проанализировать. Как это сделать? Расскажите мне, пожалуйста. А, видимо, у меня нет еще подходящих инструментов, чтобы провести анализ. Ладно, я понял. Добываем железо с тобой. Так. А, наш шокер это еще и кирка. Какая-то отвертка. Кирка-отвертка, я бы даже так сказал. Жалко, конечно, что тут нет анимации разрушения железа. Значит, нам говорят, что нужно построить хаб на открытой местности. Хорошо, сейчас попробуем построить его. Я думаю, тут достаточно открыто. Хаб будет очень огромным, потому что это все-таки наша первая база, как я так понимаю. Это будет наш дом. Где наша строительная площадка? Вот она. Сердце вашей фабрики. Нифига себе, он здоровый, ты посмотри на этот хаб. Хорошо, ладно. Будем, значит, строить его рядышком с ресурсами, ну, то есть с железом. Вон там вот у нас железо, а здесь вот у нас тогда будет хаб. Все, мы его построили. Очень быстро. Очень шустро. Как-то он не так выглядит, как на картинке, конечно. Какой-то нищебродский хаб. Поздравляем, вы разблокировали элемент хаба, верстак и терминал. Значит, вот это у нас верстак. Тут рабочее место у нас с тобой. А это у нас терминал хаба. Фиксит терминал. Ранг 0. Выбрать уровень. Короче, у нас тут ничего еще нету. Ожидается ресурсы. Сюда мы можем, видимо, ресурсы какие-то складывать, что ли? Пока нет, пока сюда ничего не можем. Хорошо, ладно. Посмотрим, что на верстаке. Здесь у нас материалы отображены, которые мы можем получить при помощи, допустим, того же железа. Это наш инвентарь. Значит, получим слиток железа, давай.
Теперь нажимаем на молоточек. А, надо зажимать, вон оно как. Все. Давай 10 штук сделаем таких. Теперь мы можем из этих слитков сделать пластину или прут. Ну давай сделаем 2 пластины и 2 прута. Чё-то я не понял, мы вроде бы там несколько деталей сделали на верстаке, но что-то задача как-то не выполнилась. И в хабе у нас тоже ничего... А, вот, смотри, надо было на ранг 0 нажать. Улучшение хаба, хорошо. Выбрать цель. Нужны железные прутья. Целых 10 штук. У нас их 2 всего. Переносим сюда прутья. Улучшаем. Опа! Опа! Опа-па-па-па! Ништяк! У нас открылись новые снаряжения и новые всякие приблуды. Ну что, нам необходимо продолжить улучшать хаб, потому что это его не финальная версия. Нам еще его строить и строить. Что это такое вот у нас тут? Это сжигатель биомассы. Это, видимо, наш, знаешь, такой биореактор. Мы сюда закидываем материал. Вот давай, допустим, эту штуку закинем. И все, вот наш генератор заработал, запыхтел. Вон, смотри, как он все молотит тут. Пойдем посмотрим, что нам нужно для улучшения нашего хаба до уровня 2. Видим затраты на достижение цели. Нам нужны листы, прутья и вот это что такое? Это проволока. А проволоку мы уже умеем делать? Давай глянем. Проволока есть. Для проволоки нам нужен медный слиток. Значит, железо у нас есть, но нет медной руды. Начинаем сканировать нашу местность на поиски медной руды. Вот так вот. Медная руда поблизости есть? Нашли что-то? 150 метров. Ну, достаточно близко. Пойдем. А там что? Там 600 метров. Нет, вот сюда ближе. Ближе всего сюда. Опа, это что такое? Бериловый орех. Соберем. Может пригодится. Этот расходуемый предмет обладает не сильными целительными свойствами. Сканеру объектов требуется дальнейший анализ для идентификации. То есть мы можем это сейчас с тобой съесть, да? Я правильно понимаю? А, ячейка руки. Хорошо, вот так вот. И давай попробуем это съесть. Да, оно восстанавливает здоровье, отлично. Сейчас пополним запас ХП. Вот так. А, где же медь? Я опять уже потерял ее. Вон там, вон туда нам нужно бежать. Также, пока мы с тобой бежим куда-нибудь, мы можем собирать различные растения. Вот, например, палеоягода. Соберем тоже. А это что такое? А это у нас просто листья. Листья соберем. Вроде бы здесь больше ничего нет. Так, опа! Это кто у нас такой? Кажется, он злой. Очень злой. Шокер. Где ты? Это не шокер? Блин, шокер. Я убрал шокер. Ты будешь меня атаковать или нет? Слушай, он похож на броненосца какого-то. Кабан-броненосец. Очень интересное существо. И оно злое, как бычит-то на меня. Ладно, пойдем отсюда. А то он нас сейчас несет своим... Ого, ты мне в пуканечках зарядил. Так, надо сражаться, иначе он нас грохнет. Ты посмотри, он как ХП отнимает у меня. Нифига себе, он шустрый, а? Ты чё, флеш, что ли, недоделанный? Вот так. Укокошили этого кабана. Инопланетный панцирь заберем. Листья тоже заберем. Все. То есть с него выпал панцирь, и, в принципе, больше мы ничего с ним не можем делать. Ничего собрать мы с него не можем. Я понял. Продолжаем искать медь. Медь. Где-то здесь была же медь. А, вот это медь? Ну-ка, давай ее попробуем расколоть. Ну да, медная руда. Опа, опять эти пчелки появились. Пока они тут летают за мной, заберем панцирь. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо-тихо. Ё-моё. Ну все, мне каранты. Походу сейчас будет. Мне повезло, что я не разбился от высоты. Где она? Последняя. Фух, ты посмотри на мои ХП. Последняя ячейка осталась. Вот это я, видимо, могу съесть, да? Похоже на мозги или на огромную малину. И я вот теперь не представляю, как я буду подниматься наверх. Сложная ситуация, очень сложная. Все, мы спустились вниз. Боюсь, что если сейчас мы кого-нибудь встретим, нам будет очень плохо. Хотя вон там вот вроде можно подняться. Огромные грибы. Смотри-ка, что нашел. Обалдеть. Тут же говорили, что в этом секторе есть 3 выживших. И вот это вот, похоже, космический корабль того, кто не выжил. Знатно так разбился. Потемнело, это очень плохо. Вот это что такое? Это у нас винты. Ух ты, винты, здорово. Они-то по-любому в строительстве нам пригодятся. Тут тоже что-то валят. Еще одни винты. Заберем.
Да, хочу тебе сказать, что по горам-то тут шибко-то и не полазишь. Скатываешься с них. Не можешь карабкаться тут. Только прилетели на планету и на тебе. Упали на самое дно. Теперь еще и подняться попробую. Опа, кто это там ходит такой опасный? Блин, ну, чувствую, что он меня может схомячить. Очень легко. Ладно, будем от него убегать. Ух ты ж, нифига себе. Ого-го-го-го. Ого-го-го-го. А, он меня еще и боится. Но может поджечь. Твою ж налево, а. Все, хорошо, мы его обижали. Слава богу, он там позади остался, пуляет нас. Зато мы взобрались наконец-то наверх. Наконец-то. Наконец-то мы пришли. Сбегали за медью, блин. Но это положение дела не меняет. Нам все равно нужна медь. Так что добываем ее. В больших количествах желательно. 30 единиц меди мы достали. 31 медный слиток мы можем сделать спокойно. Все переплавляем. Хотя нет, не все. Проволоки мы уже можем сделать 24 единицы. Все, в принципе, улучшить хаб мы теперь уже можем. Сейчас посмотрим, как он улучшится, построится. Закидываем все материалы сюда. Улучшить. О, да. База почти готова. Но не совсем, потому что дверей нет, окон нету. Но жить уже здесь можно. Значит, строим мастерская для создания экипировки. Поставим мы ее, ну давай вот здесь вот рядышком. Че нет? Ого, как быстро построилось. Это тебе не хаб, блин. Что мы можем здесь сделать? Мастерская для создания, смотри. Портативный бурильщик. Блин, вот эта штука мне нужна. Это я тогда не буду своей отверткой киркой работать. Нужен кабель, проволока и железная пластина. Сейчас все достанем. Все, все материалы собраны. Один портативный бурильщик мы сделали. Можем сделать еще один, но пока что-то я не хочу. Значит, поставим, куда мы его? Вот так вот он выглядит. Поставим его бурить вот это железо. Давай, кидайся сюда. Опа-па. Прикольно. Так. И он начинает бурить, да? Классно. Очень классно. Он портативный. Мы в любой момент можем его отсюда убрать и поставить в другое место. Хорошо, пока он тут добывает железо, я решил сделать еще один портативный бур и поставить его на медь. Вот она, наша медь. Устанавливаем. Очень нравится, как он раскладывается, как такой мини-трансформер. Вначале такая маленькая башкинь, а потом хоп-хоп-хоп раскрывается, увеличивается и все. И махина с мой рост получилась уже. Теперь мне нужно понять, как собирать ресурсы. Смотри. Бур остановился, это значит, что он заполнен. Открыть портативный бурильщик. 100. Нифига себе, как он быстро руду-то достал. Отлично. То есть, когда бур останавливается, он дает нам знать, что он заполнен, и нужно как бы его почистить. Теперь нам нужно построить конструктор для автоматизации производства простых деталей. А где он у нас? Вот он, конструктор. Для конструктора нам нужна укрепленная железная пластина. Пойдем-ка посмотрим, из чего мы ее можем сделать. Я видел там болты. Вот она, укрепленная железная пластина. Нужны болты, которых мы нашли фигову тучу. У нас 211 болтов. О, даже больше, 711 болтов. Все, укрепленную пластину мы сделали. 4 штуки целых, я думаю, нам этого хватит. Поставим наш конструктор. Ты посмотри, у него есть входное и выходное отверстие. И как нам лучше его поставить? Давай мы его поставим, короче, вот так. Сейчас он поставится. Все, конструктор готов. Мы также можем залезть наверх по лесенке, если что. Нажмите Е, чтобы настроить конструктор. То есть вот все, что может производить конструктор на данный момент. Хорошо, я понял. Мне кажется, что зря я его сюда поставил, потому что надо было где-нибудь его здесь, рядом с хабом построить. Значит, мы убираем отсюда наш конструктор, попробую его поставить все-таки рядом с хабом. Пусть он будет здесь у нас. Смотри, у нашего конструктора мигает красная лампа. Это означает только одно. Нужно подвести электролинию, потому что нет энергии, и он не может работать. Короче, хотел поставить электростолбы, но для них нужен цемент. Смотри. Вот, цемент нужен. А чтобы получить цемент, нам нужен известняк. Ты посмотри, просто жесть. Вот, известняк. А известняк, чтобы достать, нам нужно его откопать. Так что давай сканировать известняк, где он у нас есть. Вот он, известняк. Показывай, где есть он. 383 метра, 200 метров, 100 метров. О, это нам подходит.
Значит, бежим сюда. Где-то тут должен быть известняк. Вот он, известняк, смотри. Нашли его, здорово. Известняк. Откапываем. Сто единиц известняка мы откопали. Теперь мы можем спокойно сделать себе цемент. А нет, не можем, потому что инвентарь забит. Нужно тогда все скинуть в хранилище, то, что нам не нужно. Вот, например, 500 единиц болтов, листья, инопланетный панцирь. Место освободили. Теперь мы можем получить цемент. Электростолбы теперь мы можем производить. Куда бы их только поставить, я даже не знаю. Ну давай столбик вот сюда воткнем один. Вот, столб есть. Теперь нам нужно этот электростолб подключить к нашему генератору. Значит, выбираем генератор. И подключаем к этому столбу. Все, электричество есть. Ну и, соответственно, от этого столба нам нужно подключиться к этому конструктору. Видишь, лампочка красная у него мигает. Это значит, нет электроэнергии. А теперь она есть. И наш конструктор начинает штамповать то, что мы у него заказывали. А именно наши прутья. Хотя что-то он нифига не делает. Ага, производство остановлено. Видишь, потому что лампочка желтым мигает. Это значит, что, скорее всего, ему некуда детали выплевывать. Весь прикол в том, что ленты-то у меня так таковой нету, я ее не могу еще производить. Тогда нам нужно улучшить хаб, чтобы эта лента у нас появилась. Для улучшения хаба нам нужен цемент, который у нас, в принципе, есть, и укрепленная железная пластина. Все, все материалы у нас собраны. Улучшаем наш хаб. Улучшить. Опа-па-па-па-па-па, наконец-то! Хаб у нас практически улучшен до максимума. Вот это у меня рабочее место, ты посмотри. Тут косынка, пасьянс раскладывать, тут можно во что-нибудь и рубаться. Блин, капец. Капец, вот это роскошно. Сколько здесь экранов, обалдеть. Спальное место есть. Кайфово. О, даже туалет есть. А где душ? А душ-то где? Душ не вижу. Вот, блинский. Значит так, у нас появились ленты. Это очень здорово. Где они у нас, эти ленты? Оптимизация. Вот они. Транспортная стойка и конвейерная лента. Давай-ка мы ее быстренько попробуем сделать. А, ты посмотри, нам прутьев не хватает, блин. Сейчас я пойду быстренько прутья сделаю. Да, тяжело, пока на ранней стадии, когда у тебя ничего не оптимизировано, все вручную надо делать. Это, конечно, тяжело, тяжело. Все, все готово. Давай попробуем. Ага, вот конвейер идет. Ну давай, допустим, куда он у нас идет? Просто вот сюда вот он у нас идет. И по идее, вон, смотри. Вот они наши прутья, мы их забираем. Все, отлично. Эта штука работает. Давай сейчас сюда закинем еще железных слитков. Вот так вот. И все. Производство у нас начинает работать. Вон производятся прутья. Машины тут штампуют все. А прутья куда складываются? А, они забивают тупо конвейер. Пока я не заберу, да? Нужны ящики какие-то. Или склад. Я не знаю. Хорошо. Тогда нам нужна еще плавильня, которая будет нам плавить железо в слитки. Ну а слитки будут поступать в этот конструктор. Значит так, вот у нас плавильня есть. Ставим ее вот здесь. Вот таким вот макаром. Кривоватенько я ее, конечно, поставил. Ну да ладно. Теперь подсоединяем наш конвейер. Вот таким макаром. Вот. И попробуем сейчас нашу плавильню запустить. Значит, железные слитки нам нужно, чтобы ты производил из вот этого количества руды. Чё-то ничего не работает. А, потому что энергию мы не подвели. Угу. Электричества нету. Сейчас подведем. От этого столба подводим сюда. Все, все заработало. Нет, не совсем красным горит. А, подожди, у нас, скорее всего, генератор сел. Надо какой-нибудь биомусор туда закинуть. Угу. Сейчас возьмем с тобой листву с нашего хранилища, вот это вот. Ну и панцирь, в принципе, можно забрать. И закинем все это в биогенератор. Листву кидаем. Все, пошло, поехало. Энергии совсем чуть-чуть у нас получилось. И кидаем еще панцирь. Панцирь, он будет мало чуть подольше, а значит, энергии у нас будет побольше. Все, у нас все заработало, весь завод работает. Плавильня работает, выпускает пластины. Заходит пластина сюда, и выпускается у нас прутья. Прутья собираем. Да, все отлично, все работает. Единственное, мне бы это все куда-нибудь складывать. И было бы вообще замечательно. В принципе, по логике вещей, мы можем вот из этого фундамента и вот этих стен построить себе какой-нибудь склад, чтобы все это туда складировалось. Я потом быстренько туда заходил и собирал бы это.
Но это уже будет в следующей серии. Если понравилась эта игруха, и ты хочешь увидеть новые серии по ней, то с тебя лайкос под видос, а также комментос, ну и конечно же подписочка, если ты еще не подписан. Ну а на этом все. Тебе спасибо за просмотр и пока.